Очередное обострение на пакистано-афганской границе привело к тому, что пострадали гражданские лица. Конфликт произошел в провинции Белуджистан на пагран-переходе Чаман. Обе стороны открыли друг по другу огонь из стрелкового оружия и минометов. Позднее ВС Пакистана подтянули к месту боестолкновения бронетехнику, задействовали боевые вертолеты и нанесли удар по талибам из тяжелой артиллерии. На данный момент пострадали 11 человек, в той части женщины и дети. Власти Пакистана эвакуируют мирных жителей из округа Чаман. Один из полевых командиров движения «Талибан» заявил о начале переговоров с ВС Пакистана о прекращении огня.